Дорогие товарищи, Коммунистическая партия Российской Федерации придает большое значение работе с молодежью и подрастающим поколением, так как в этом видит залог успешного продолжения работы и авторитета нашей партии. Коммунистическая партия Российской Федерации – это партия революционного обновления. Успех нашего дела во многом зависит от того, насколько идеи Великого Октября подхватит лучшая часть молодежи. Пленум отметил, что наша важнейшая задача – формирование молодых поколений самоотверженных борцов за социализм. Мы сегодня с вами рассматриваем важнейший вопрос, от решения которого зависит весь успех работы нашей областной партийной организации. Идеалы партии Ленина – это идеалы исторического прогресса, социальной справедливости и гуманизма. Эти ценности разделяет немалая часть российской молодежи. В борьбе за права молодежи начиналась ее самоорганизация. Разумеется, ситуация до революции сегодня прямо сравнивать невозможно. Но представители КПРФ и теперь регулярно сталкиваются с произволом, распространяя агитматериалы, проводя акции протеста, противодействуя фальсификации выборов. Как и 100 лет назад, репрессивные меры властей требуют крепить волю и закалять свой характер. Только так мы с вами выполним решение пленума ЦК КПРФ по привлечению классового сознания в пролетарскую и молодежную среду, поднимем рабочий класс и молодежь на активную борьбу за свои права, за социалистическое переустройство России, в том числе и в Калужской области. Пленум четко отметил, что познавая заново правду эпохи, мы все лучше постигаем ее глубину. Повседневность убеждает, что право на бесплатное качественное образование и здравоохранение родом из Великого Октября. А утраченные народом общественные фонды потребления были одним из сильнейших проявлений социалистического гуманизма. Дорогие товарищи, в своем докладе Геннадий Андреевич Зюганов отметил, чтобы выполнять ленинско-сталинский завет, нужно знать нашу теорию и применять ее на практике. Нужно впитывать все достижения науки и культуры, нужно настойчиво формировать новые поколения борцов и созидателей общества справедливости. Мы уверены, что комсомол сможет решить эти задачи, если будете развиваться в тесном взаимодействии с партией, а мы партийцы будем служить ему каждодневному убедительным примером. Исходя из этого, областному комитету необходимо оказать всю посильную помощь областного комитета комсомола в заключительном формировании мощной областной комсомольской организации, и в первую очередь этим вопросом должны заняться секретари райкомов, горкомов и секретари обкома по работе с молодежной среде Федоров Николай Сергеевич. Должна быть разработана четкая областная программа по работе в молодежной среде Калужской области. Сегодня КПРФ ведет свою борьбу на два фронта против олигархической власти и ее ложной либерально-оранжевой альтернативы. Защищая права молодежи, мы должны помочь ей твердо усвоить при малейшей возможности власть капитала, опрокидывает любые социальные гарантии, и истинно социальное государство создает только социализм. Если поставить вопрос, возможно ли вообще эффективная молодежная политика в современных условиях, то пленум четко дал ответ – да, возможно, на основе советского оплота, без него нет. Тому пример – Украина. Украина двигалась к нынешней катастрофе не год и не два. Горькие уроки Украины мы должны как следует выучить. Свой авторитет и ресурсы Компартии Украины не смогла задействовать так, чтобы завоевать сердца молодежи. Больше требовалось и яркой агитации, и наступательной риторики, и протестных акций. Профашистские группировки сполна использовали эти методы. Не обеспечила себя КПУ и необходимой системой безопасности, включая молодежные дружины быстрого развертывания. В этой связи областному комитету необходимо сделать все, чтобы украинского сценария не произошло у нас. Необходимо активно вести работу в молодежной среде и оградить их от криминальных структур и всевозможных обществ,
профашистского толка и сект, развивать среди молодежи духовность, гордость за свою родину, патриотизм и готовность в любую минуту защитить целостность нашего государства, борцов за справедливость и социализм. Сегодня, как никогда, нам необходимо преодолеть разрыв поколений. Это очень может помочь нам в работе с молодежью. Этим вопросом надо заниматься скрупулезно и ежедневно. Дорогие товарищи, молодежь сегодня – это народ завтра. Коммунисты должны помогать молодым пролетариям осознать свои интересы. Подъем классового и патриотического самосознания среди молодежи – одна из главных задач нашей областной партийной организации. Нам необходимо разнообразить свои молодежные мероприятия. Необходимо больше работать с обществами по интересам, будь то наука или спорт, художественное творчество или поисковые отряды. Все это развивать при обкоме. Молодежную проблематику областному комитету нужно шире, интереснее освещать в наших областных партийных средствах массовой информации, интернет-сайт, телестудия «Красная линия», «Красный угол» и на местном уровне работникам горкомов в своих средствах печати. Чтобы решить свое влияние областному комитету комсомола, нужно шире взаимодействовать с другими общественными организациями, противостояние с волканалией, пошлостью и распущенностью, становление патриотов, а тем более будущих коммунистов, предполагает и вовлечение в общественно полезные дела. Дорогие товарищи, достижения ленинского комсомола стали символом успешности молодежной политики советской державы. История нашего Отечества доказала, лучшее лекарство от всех экономических и социальных недугов – это социализм и советская власть. Более эффективного средства еще никто не изобрел. Вслед за столетием годовщины Великого Октября нам предстоит отметить в 2018 году столетие юбилей ВЛКСМ. Эта дата даст нам повод для ярких праздников и крупных акций. Мы должны сделать с вами все и создать в областном комитете благоприятную среду для работы с молодежью, чтобы им взаимодействовать с нами было комфортно. А на основе этого улучшить в целом работу Калужского регионального отделения Коммунистической партии Российской Федерации и поднимался ее имидж. Мы должны приложить все усилия, которые были бы направлены на выполнение решения 8 июньского пленного ЦК и внести свой вклад в общее дело Коммунистической партии Российской Федерации в борьбе подъема классового и патриотического самосознания среди молодежи, одна из главных задач партии. Пленум отметил, что свет Великого Октября указывает верный путь. Это путь правды, борьбы и созидания, путь свершений и верных побед. Коммунизм – дело молодых. Наша партия – партия будущего. Спасибо, дорогие товарищи, за внимание.